Ну, меня с Блатшалчем жизнь, судьба свела. Я был, вот, мне повезло в жизни, я с ним познакомился еще, когда был школьником совсем. Мой папа работал на фирме «Мелодия» и записывал самую первую пластинку Акуджавы. Записывали ее в подвальчике литературного института, в такой, ну, лаборатории. Это была лаборатория Льва Алексеевича Шилова, известного нашего великого литературоведа и Акуджава-веда. И тогда вот меня папа привел посмотреть на Кумира моей юности, ну и не только юности. И я увидел живого Акуджаву. И тогда же у меня собралось какое-то безумное количество записей, очень редких всяких. Переплюнул только вот Марат Гизатуллин, тоже известный Акуджава-вед и первый председатель клуба «Друзей Акуджавы». Я вот недавно был у него в гостях на Кипре, и он мне записал маленькую кассетку, и там нашлось три песни Акуджавы, которые я никогда не слышал. Я вот все пытаюсь их выучить. Но вот из редко исполняемых хочется вспомнить такую, вот такую песню о любви и о войне. А что я сказал медсестре Марии, когда обнимал ее, ты знаешь, а вот офицерские дочки на нас, на солдат, не глядят, а поле хлеба плыло под нами, тихое, как река, и волны клевера набегали, и мы качались на них. И Мария, раскинув руки, плыла по этой реке, и были черными и бездонными голубые ее глаза. И я сказал медсестре Марии, когда наступил рассвет, нет, ты представь себе офицерский дочь, она и глядеть не хотят.